тут сидит чумазый мишка. Смотрите, какое развлечение. Садится на стул и качает ноги на качели. А мама так и не покушала. Первую яичницу съел мишка. Вторую яичницу тоже съел мишка. Я пожарила себе яичницу и есть ее не могу, потому что мы ждем, что делается так. Но, по-моему, ей стало немножечко полегче. Во всяком случае, там она хотя бы уже передвигается, смотрите. Встает. Уже лучше. Он... Отгоняй Лаки! Лаки к ней лезет. Ну, поиграйте кто-нибудь с Лаки. Поиграйте с Лаки. Чтобы она от Джинки отстала. Вон он сзади. Лаки, на! Смотри! Ну что, кидать ей? Дать ей понюхать и кидать? Лаки, ко мне! Ты кошка побежала. Где мячик? Ищи. Ищи, где мячик, Лаки. Вот он мячик. Ну бери его. Как научить собаку брать мячик? Капец. Джинку снимать. А папа там делает пылесор. А мы с Джинкой готовимся. Сейчас будем делать неприятную процедуру. Заливать в глотку пылесор. Ее не вырвет? Сильно. Давай. Вот туда хорошо засовывай. Отпускай. Так, отпускай, дай ей сглотнуть. Если я ее отпущу совсем, то она не будет глотать. Ко мне. Ко мне, Ваня, ко мне. Все, дай. Все хорошо. Давай еще. Давай. Умница, Джина, молодец. Ваня, ко мне. Это средство, которое выводит токсины из организма. Все, шприц залил? Лаки. Давай еще добавим. Хуже не будет, он не вредит, он выходит без изменений. Ну давай, Джинунка, еще чуть-чуть. Я скажу, не сдамся. Все, силенки появились. У нее тогда были силенки небольшие. Я ей легче гораздо. Все, лучше сейчас будет. А когда ты ей макнула, мне стало тяжелее. Сейчас до желудка дойдет. Ты кого снимаешь-то? Папу? Папу. Давай эту Джинку снимай. Только Джинку? Ну, башку уже счастливее загибаем. Да, давай, моя хорошая, давай. Открывай. А? Ага, я говорю, не хочет уже. Вот. Давай. Еще. Давай. Есть тут. Ага. Жена. Все, я говорю, силы появились. Да, задевай. Ну, последнюю. Трескаешь всякую гадость. Вот будешь пылесор пить. Так, все, теперь дай ей воду с молоком. Лаки, так облизывает Джинку. Ну, тебе тоже Лаки не повредит, тоже всякую пакость жрет. Прополоскать надо и прибрать туда. Да. Я думаю, что это не последний раз. Давайте, облизните. На, облизни. И кружку отложи. Лаки. Ну что, Джина? Лизу снарядили, он отсечется. А папа возвращается к работе. Ну, попить захочешь? Вот тебе. Тут еще доза небольшая. Смотри. Ну. Лайк, ну хоть дузи. Джинка, давай. Сейчас очухается. В общем, вернемся через некоторое время. О! Ты смотри. Уже интерес к жизни появился, да? Дайте ей отдохнуть. Слаки хочешь? Ну давай. Все, очухивается, смотри, Саш. Вот вам лайфхак хозяевам глупых собак, которые жрут что ни попадя. Имейте в аптечке полисорб. Вот Джина уже играть хочет. Давай. Джинка, а ты посиди. Не торопись. Пройдет у тебя, побежишь. Лаки, ну-ка ищи, это что такое? Что за непослушная собака? Что-то у нас сегодня все больные. Возьми стульчик, сядь. Куда полез? Сейчас же свалишь на себя велик.
Давай. Все, кататься на велосипеде, а я нет. Динка. В общем, Катя пошла сама мячик выносить. Может быть, ты ей сначала попроще. Недалеко кидай. Недалеко кидай, чтобы она его находила. Если она приносит, хвали. Она не знает, что такое апорт. Лаки, где мячик? Где мячик? Ищи мячик. Я хочу мячик. Где мячик? Нет, нету мячика. Динусик, ну что, тебе легче, а, собушка? Так, Лаки опять полезла к Масе. Мася, скажи, не дает этот Лаки мне прохода. Пойдем, Чинуля, пойдем, попьем. Поменяем воду, Катюш, на чистую. О, сейчас выключим. Все, у кого-то интерес к кошкам проснулся. Динке явно легче. Во, 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 супер. Это знак, что она приходит в себя. Это вывод токсинов. Желание сходить в туалет. Давай, давай, Джинуля. Ну и глупая ж ты собака. Не жри все подряд. А Катя моет чашку с водой. Давай. О! Давай, давай, неси. Ай, молодец. Надо говорить, отдай. Давай еще разок, получится? Лаки. Ой, молодец! Неси, неси! Подзывай, подзывай ее к себе! Она должна отдавать мячик. Да. Это будет как можно. В общем, Лиза тренирует Лаки. Динка, ожила? О, смотрите, все! Пошла собака, пошла, сейчас будет пить. Смотрите, интерес к жизни появился. Все, мы тебя спасли, Динка. Не ешь всякую пакость, пожалуйста, больше. Отдай. Умница моя, умница. Смотрите, ожила. О чудо, я наконец-то могу поесть свою яичницу. Поздравьте меня, люди. Собаки сидят, лежат, точнее, в песочнице. Динка плохо себя чувствует до сих пор. Уже получше, но плохо. А Лаки с ней за компанию лежит. Видимо, считает, что надо ее поддержать. Ну, а я покормила животных, и сейчас мы отправляемся в Цемдолину за яйцами. А яйца-то не простые, а яйца-то золотые. Ну, не золотые, конечно, а инкубационные. И это будут яйца этих, как не бройлеров, а перепелок породы Фараон и Техас. Это тоже мясные породы, которые должны, короче, больше вырастать. А вот, мы купим сегодня. Лиза, пожалуйста, не перебивай меня. Плохая привычка у Лизы перебивать постоянно меня и влазить вперед меня в разговор. Наверное, Лизу придется за это наказывать. Потому что она никак не хочет понимать то, что я ей говорю. Итак, они вырастают больше. И их яйца мы сегодня купим, а загрузим, когда вылупятся наши перепелята-техасцы. Техасцы вылупятся край в понедельник, по моим расчетам. И, соответственно, в понедельник сразу же загружаем новых. Вот. Ну что, собираемся. Саша там пакует машину мою, перегружает сидушки. Надеюсь, сегодня мы без эксцессов съездим. Вон там Саша, видите, сидушку Мишину переставляет. Вот. Давайте перед тем, как ехать, заглянем в наш инкубатор. Ничего там пока не происходит, там пока тихо и спокойно. И все та же стоит температура, только влажность выше. Давайте проверим воду на всякий случай. А воды-то и нету. Сейчас нальем еще воды. Знаете, я подумала и добавила еще две емкости с водой. И, наверное, сейчас добавлю еще одну. Сейчас вот эти яички переложу, освобожу место. И добавлю еще одну емкость с водой. Потому что, мне кажется, пока мы ездим, вода опять выпарится. А влажность должна быть хорошая здесь. Вот так, вот сюда. Вот здесь я освободила место. Так, добавим сейчас. Сделала вот так. Надеюсь, что вода не успеет выпариться, пока мы ездим. Все, закрываем. Возвращаем на место наш датчик. Все, пошла собираться. Так, напоила Джинульку силой водой. Она очухалась немножечко. Ты моя хорошая.
Лиза, снимай мне джину обязательно, ладно? Папа наложил щепочек, смотрите на них, сколько пчел. У нас вот это, собственный пчелорой. О, я их боюсь. Уйди. Уйди, уйди. Нафиг, блин. Папа их нацепил. Лаки там гуляет. Ой, Джинка меня провожает. Да ты моя сладкая. Иди отдыхай. Иди, Джина, кушай.